В 7 утра понедельника на 8-м километре автодороги Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре таксист сбил женщину. Пострадавшая скончалась на месте событий. Жительница квартала «Солнечный город» пыталась пересечь дорогу вне пешеходного перехода вместе с мужем. Оба были нетрезвыми. По словам вдовца, он шел первым и тянул женщину за руку за собой. Паре почти удалось перейти дорогу. Шофер минивэна сбил человека рядом с обочиной. Быстрее, быстрее, быстрее. Где-то вот, ну, где-то вот в этом районе. 69-летний таксист, житель Князеволконского, на Ипсуме вез пассажира из села Восточного в аэропорт. Мужчина говорил, что шоссе было почти пустым, солнце еще не взошло. Пара выбежала на дорогу слева направо по ходу движения машины. Водитель минивэна, получивший права около 50 лет назад, заметил людей за несколько метров до точки встречи. Он попытался предотвратить столкновение, но из-за набранной скорости и погодных условий избежать ДТП оказалось нереально. Ну, я их убил, говорю, последний. А она бежала впереди или сзади? Не знаю даже. Не говорил, заметил? Не заметил. Не смог сказать. То есть не видели вообще? Фактически, да. Увидел в самый последний момент, метра за три где-то так. Начал экстренно тормозить, а у меня он выйдет скользко. Женщина 1967 года рождения налетела на капот машины и пробила головой ветровое стекло. Таксист вызвал агонирующий скорую помощь, но врачи были здесь бессильны. К месту наезда выехала следственно-оперативная группа, которая будет устанавливать детали случившегося. Водитель был абсолютно трезв. С места происшествия Анастасия Манина и Андрей Алферов.